это мы повторяем мантру, это сакральные духовные звуки, которые пробуждают вот эту душу, затрагивают, дают себя почувствовать чем-то большим. Реально этот звук, он пробуждает внутри что-то, это веселье, радость, да, стремление к прекрасному. И мы видим, что людям тоже это нравится. Мы хотим показать то, что на самом деле, ну вот внутри нету причины для конфликта, нету причин для противостояния. Мы действительно сплошные родственные чувства, но чтобы выйти на это понимание, выйти на этот уровень, нужна какая-то практика, да, нужен какой-то процесс, и мы видим, что этот процесс работает, поэтому это также наш вклад в тяжелую социальную политическую ситуацию сейчас. Лучше петь и танцевать, чем стрелять и воевать. Это называется просад. Мы готовим его сами, с любовью предлагаем Господу и угощаем людей. Это такая древняя ведическая традиция угощать просадом, то есть милостью Бога, других людей. Кто такие кришнаиды? Это индусская вера, кажется. Не совсем точно, но какая-то секта, типа, религийная секта. Вот этого не чув, не знаю. Секта индийская. Я ничего не знаю. Кто такие кришнаиды? Ну, они исповедуют, как бы, какой-то бога кришнаита. Вот, поклоняются ему, знаю, приблизно, и все. Верят, что переселение душ, когда после смерти людина помирает, значит, есть такие детали, что если людина помирает, например, если я обижала тваринку, там, значит, людина переселяется в ту тваринку. Да, потому что деяку просто историю изучаю, духовную литературу. Так что они не верят, что есть после смерти, после життя смерть, как бы после смерти есть существование другое, переселение душ.